Учимся у итальянок. Как носить золото непринужденно. Амальфитанское побережье – любимое место отдыха знаменитостей. Местные красоты – эссенция итальянского стиля с его любовью к яркому солнцу и блестящему золоту, спелым фруктам и холодному вину, размеренному ритму жизни и накалу страстей. Что ж, давайте, как итальянки, не соглашаться на меньшее, чем Dolce Vita. А еще учиться у них, как носить украшения и выглядеть при этом горячо. Завтрак у Тиффани по-итальянски. У итальянки Ирены Буффа один из главных атрибутов итальянского стиля – сумка-багет от Fendi, которая всегда при ней. И как истинная итальянка, Ирена носит золотые украшения с черным платьем-футляром с декольте. Кстати, отличный образ для посиделок с подружками за кофе. Золото на фоне огурцов. Крупные золотые украшения и длинное платье с фактурными принтами – комбинация откуда-то из 70-х годов. Оттуда же происходят и все последние коллекции Хлоя. Как мы видим наглядно, желтое золото раскрывается на узорчатых принтах и еще более богемно, чем любые перья и бусины. Леопард и красные туфли. Все стереотипы про Италию в одном модном образе. На фотографии Кьяра Бьязи – девушка известного футболиста Симоне Дзадзе. Судя по Инстаграм, Кьяра провела добрую часть лета в купальнике и в компании подружек на веселых вечеринках. Так что теперь вы знаете, как наряжаться в день, когда все складывается прекрасно. Страсти по черной коже. Обновленная под руководством Даниэля Лемарка Боттега Венето стала фетишем всех модных блогеров. На последнем показе было много черной кожи, геометрических фасонов и обуви с квадратным носом. И как же круто смотрится с Bottega Veneta по-итальянски роскошное желтое золото. Фуксия в золоте. Яркие, насыщенные цвета гарантированно отгоняют хандру и любые мысли об осени. Пользуйтесь этим и ищите такие цвета, которые буквально зажигают вас изнутри. Наш пример – проверенный временем пылающий оттенок фуксии в компании украшений из желтого золота.